Согласно данным Федеральной налоговой службы, в этом году заплатить налог на имущество необходимо до 1 декабря. Однако, несмотря на то, что времени остается все меньше, налогоплательщики не спешат выполнять свой гражданский долг. Сотрудники налоговой службы вместе с правоохранителями вышли в рейд, чтобы напомнить гражданам о необходимости погасить долги в установленный срок. В случае неуплаты налоговый орган будет применять меры принудительного взыскания, в том числе взыскание денежных средств с расчетных счетов физических лиц, а также арест имущества, принадлежащего данному физическому лицу. Кроме этого, специалисты проверяют наличие у автовладельцев действующего исполнительного производства. Вся информация находится в общем доступе на официальном сайте ФССП России, а также на официальном сайте ГИБДД России. Если информация на сайте подтверждается, что в отношении данного имущества имеется ограничение, то проверка происходит дальше, и проводим либо арест имущества, либо человек готов оплатить на, скажем так, на месте свою задолженность. Рейд вели в течение 3 часов. За это время удалось выявить 11 неплательщиков. Общая сумма их долга составила 1 миллион рублей. Нина Липанова, новости, Химки ТВ.